учитесь читать стихи. Завьялова Ульяна, 8 лет, город Тачин. Называется стихотворение «Береза». Автор Сергей Есенин. Белая береза под моим окном накрылась снегом, точно серебром. На пушистых ветках снежной каймой распустились кисти белой бахромой. И стоит береза, словно в тишине, и горят снежинки в золотом огне. А заря лениво, обходя кругом, обсыпает ветки новым серебром.